Всем привет! Сегодня хочу показать супер способ, как почистить стекла, окна. Чтобы стекло было идеально чистым, есть такой простой нехитрый способ. Берем любой освежитель воздуха и брызгаем стекла. И сухой тряпочкой насухо вытираем. Способ действительно работает, я уже проверила. Окна, стекла идеально чистые становятся. Вот сейчас вот у меня здесь не очень хорошо видно, потому что у меня там сетка москитная. Какое чистое стекло, то есть оно вообще, его практически не видно. Оно настолько чистое, прозрачное, что его не видно даже. Я не знаю, будет ли вам видно вот с этой стороны. Вот сейчас вот я открыла дверь. Просто идеальный способ очистки стекол. Я долго искала такой способ, чтобы прямо стекло было идеально чистое. Но все равно какие-либо разводы, но остаются немножко. А это прям, ну просто супер. Но я вот взяла вот такой вот освежитель, чтобы вам показать. А вообще можно брать самый дешевый освежитель, там, я не знаю, купить где-то в каком-то магазине дешевом. Взять чистую сухую тряпочку или полотенце вафельное, или салфетку, но чтобы она была не влажная, а сухая, и насухо вытереть. Попробуйте, способ действительно работает. Всем до встречи на моих видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Желаю всем чистой квартиры, удачных дел, здоровья, счастья и всего самого хорошего. Всем пока!